Так, это флаг команды Кишинев. Сколько экипажей Республика, у вас машин приехало? Вот, Республика Молдова. Два экипажа. Пятый и 22 номер. 51 будет. 51 номер, да. 51 и 22 номер. Это вы вне конкурса или как? Ну, почему? В конкурсе? Да, первенство Украины, да, считается. У, ну, нас, вы... у нас лицензии украинские. Ага. И мы участвуем в первенстве Украины согласно лицензии, ясно, которую мы получили как открепление. Мы в «Желтой воде» участвовали. Как на границе? Как на границе? Пропустили вас без претензий? Как всегда, вы сегодня знаете, как граница. Границы... Что? Они всегда что-то хотят. Хотят? Они даже маму родную не пропустят, потому что они привыкли к этому, имели что-то. Это их хлеб, как ГАИ, гаишники, так и они, да. Что? Ну, все равно пробрались, мы тут. Ну, все, будем за вас болеть. Значит, спасибо. Спасибо. Команда Молдовы. Черновицкий экипаж. Кныш Алексей. Значит, выступает под 96 номером. Приехали участники мотокросса. Автокросса. И сейчас работает мандатная комиссия, проходит все проходят мандатную комиссию. Вот подготовка, да, для мальчиков. За всех. А я думал, клуб «Большая ложка» вот это. Да, она точно. Это вот правильно. Машины перевозятся на трейлере. Володя Липовой, кто за черновицкую команду едет? Можешь перечислить фамилию? Едет Берега Сережа, едет. Едет Паша Ушастик. Не, не слышу. Едет Берега Сережа? Да. Паша едет Ушастик? Едет. Паша как фамилия? А я не знаю, какую фамилию. Ты знаешь, что Ушастик? Это медаль тебе уже дали? Вот. Где? Это вот, что ты так, медаль? Вот это вот, это ремни безопасности. Еще кто едет? Ну, Олег Скрипников вроде, это-то где, говорю, Саня. Скрипников. Вроде он собрал там машину, что-то. Еще кто? Алексей едет, Кныш. Ничего не считаю. Нам главное крепко повесить. Когда будет напечатана регистрация, это нам скажут. Да.
Откуда эта машина? Откуда? А вы откуда хотели? Не, мы вас правы. Украинская машина. Не, киевская. Не, ну что вы, как Киев, Харьков. Харьков, столица Украины. Все вы. Это у нас в Черновцах и в Одессе. Говорит, сколько время, а сколько вам надо? Все имеет, то и надо. Ваше здоровье. Готують бульдозером. З'явився головний суддя змагань. Юрій Іванович, я вас вітаю. Скажіть, що сьогодні має відбутися, Юрій Іванович? Сьогодні буде дуже цікавий автокрос. Дітки будуть на баді. Це вперше на цій трасі. Ну, естественно, взрослые баги и кузовные. Сегодня будут одни тренировки с хронометражом. Тоже будет новое введено. Будут в каждой машине такие устройства под названием чипы для хронометража. Да. Вот. Уже? Время будет засекаться, будет точное время. И самое главное, что очень быстро результат выдает. Самое главное, да, сразу выводятся результаты. Вітати вас початком змагань і сказати, що дуже приємно, що після мотокросу в Чернівці прийшов автокрос. Ми раді за те, що Чернівецька траса на сьогоднішній день є одною з кращих на Україні, займає одне з перших місць в Європі. І це заслуга не тільки міської влади, це заслуга всіх присутніх, тому що спільними зусиллями ми тільки добились такого хорошого результату. Я хочу ще раз привітати всіх чернівчан з тим, що згідно з аналізом, який провів журнал «Фокус», місто Чернівці визнано одним із кращих серед 55 міст України по безпечності проживання. Я хочу за це вам щиро подякувати як чернівчанам, членам територіальної громади нашого міста та і працівникам органів внутрішніх справ, тому що тут дуже їхня велика заслуга. Ще вітаю вас з Днем молоді, бажаю учасникам показати гарні результати, менше травм, нехай переможе сильнішим, а глядачам задоволення від побаченого. Дякую. Отже, шановні друзі, щоб не затягувати офіційну процедуру, щоб швидше ми вийшли на трасу, тому що я так думаю, вже адреналін є, так? То надамо слово директору змагань Борису Запольському. Уважаемые спортсмены, уважаемые друзья, слушайте меня от лица главной судейской коллегии, поздравить вас всех с торжественным открытием соревнований, пожелать успешных стартов и счастливых финишов. Уважаемые зрители, уважаемые гости наших соревнований, будьте внимательны, держите своих детей возле себя, соблюдайте правила безопасности. Уважаемые спортсмены, у нас на сегодня финальных заездов. После окончания подведения итогов, торжественное награждение победителей соревнований, Кубка Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА-баги и закрытие соревнований. Попрошу всех соблюдать правила безопасности, будьте корректны по отношению друг к другу и пусть победит сильнейший. Общая команда. Равняйся. Смирно, вольно разойдись по местам своих Тут у меня занимался.
был первый коалиционный заезд у них. Что там Саша Скрипников? Саша Скрипников, как всегда, балуется. И что? Ну, не знаю. Повредил руку? Да. Не будет все. Ехать сегодня? Будет ехать. Ну, желаю успеха. Да, нам всем спасибо. И зеленый свет включайтесь. Включайте зеленый свет. Одна это уже не горит. Чем Хмельницкий никому не сдается.